Сезон охоты на амброзию открыт. Сотрудники инспекции по благоустройству города начали проводить рейды по наиболее проблемным районам Запорожья. О первых результатах их работы в нашем материале. Идея осуществлять рейды по проблемным районам города оказалась весьма продуктивной, поскольку проблемными районами оказались все без исключения. Дважды в неделю теперь рейды для инспекторов как отче наш. Несмотря на то, что в структурах мало людей, работать нужно, ведь на пору отпусков зловредная трава никак не реагирует. Согласно этого плана графика, два раза в неделю совместно с инспекторами по карантину растений, представителями районных администраций, мы выезжаем по районам города с целью, скажем так, проверки ситуации по своевременному покосу травы и борьбы с амброзией, карантинными растениями. Сегодня под зоркий глаз инспекторов попал Коммунарский район. Сам район большой, осматривали его долго. Штрафы по сравнению с ценами на медпрепараты от аллергии небольшие. Для физических лиц от 350 до 850 гривен. Для юридических максимальное наказание 1700. Да, во время рейдов выявляются факты, скажем так, наличия земельных участков, где не осуществляется своевременный покос травы и наличие карантинных растений. Стараемся максимально везде проехать. Сегодня два протокола составили. Гаражные кооперативы, основные тоже у нас, то есть не осуществляют покос травы. В пятницу, согласно плану, рейд пройдет в Шевченковском районе города.